Итак, привет всем моим подписчикам. Сейчас вот свой магазин, но нам пока до 21-го, его нельзя открывать до 6 часов вечера. Вчера. Вообще сейчас до 21-го нельзя открывать. Пока ремонт, пока я болел. Результат вот появился. Вот он, результат. Вот такая вот тут культура бывает. Вот такая вот. Ну, слава богу, хоть это херни, что бывает. Но мне, знаете, что понравилось вот в Беларуси. В следующий раз я куплю краску, специально сделаю и это. Вот это флаг БЧБ. И в туалете прямо в унитаз положу и напишу место для флага БЧБ. Ну и немножко хочу рассказать, значит, зачем же вот эта вся история поднялась в Беларуси. Я начал листать в интернете, но не все находил. Я не знаю просто, как лазить в эти кэши, глубокие кэши. Но находил много что интересного. Оказывается, когда где-то происходили массовые мероприятия, вот такие вот, как в Беларуси, где-то еще протесты, в Беларуси, слава богу, они сдулись, и сейчас вот эта сила, которая командует, как мы думаем, что это американская, английская какая-то, это даже не польская, это, скорее всего, арабская сила проплачивает вот эти вот полякам, латвийцам, чтобы что-то совершить. Давайте немножко вернемся к тому, что же происходило раньше. Я просмотрел, были в 2001 году тоже протесты в некоторых местах в мире массовые. И после в сентябре, 11 сентября произошел теракт в Нью-Йорке, в башне-близнецы. Другой я начал пролистывать. Опять то же самое происходит. Вот это все мы блогеры упустили. Просто я объясняю, сейчас мне просто это тяжело, потому что я работаю только с телефоном. Но я сейчас пытаюсь, хоть даже при помощи андроида, пытаюсь глубже копнуть. Если получится мне копнуть глубже, я выложу это в интернет. Спасибо, друзья, вам за донаты. Спасибо человеку, который из Белоруссии мне довез упаковку Баралгина. Здесь его вообще нету. То есть он не запрещен, но уже давно в Европе его не выпускают. Спасибо белорусу, который передал через человека. И вот мне привезли. Спасибо, ребят, кто также помог с некоторыми белорусскими лекарствами. Да, спасибо за пенициллин. Да, не знаю, вообще мой подписчик сказал не передавать. Пенициллин был нужен моему внуку. Спасибо, друзья. Я даже и забыл, я даже на видео не говорил, что нужен пенициллин. Он сейчас нужен. Я даже не говорил, или может где-то на видео сказал, не понял. По-моему, извините, друзья, соврал. Это я говорил на Фейсбуке и в Одноклассниках. Вот белорусы передали. Спасибо, ребята, за это, за пенициллин. Это очень нужное было лекарство для внука. Мы хотели дать деньги. Знаете, нас просто покрыли матом. Покрыли матом. Спасибо, друзья, спасибо за донаты. Спасибо за ваши подсказки. И еще, друзья, еще не все закончено. Мы, батьки, ОМОН, бой еще продолжается, но победа уже идет за нами. Вот эти все путилы, котлетки. Поверьте, даже если бы была бы там, сменилась бы власть в Белоруссии, не эта котлетка бы, не эта путила бы, не поехали бы они в Белоруссию. Но путила, знаете, почему не поехал? Помните, он признался, что он педик. Он бы знал, что его отловили бы, там бы зэки бы сунули бы в одно место и показывали бы каждый день по ютубу, где он живет. Ну, короче, под кроватью живет или под нарами. Вот так вот. Вот эта шумиха в Беларуси именно нужна была. Другая, я еще раз сделаю видео. У меня есть там тоже видео.
в Литве сидит человек в парламенте, рука не голая, а в перчатках, руки не голые, а в перчатках. Ой, опять рука разболелась справа, извиняюсь. Руки в перчатках. Вопрос, а почему руки у тебя в перчатках? И знаете, что мне напомнило? У того, у кого руки в перчатках, это просто руки, даже жена моя сказала, это руки скрывают то, что они натворили в свое время. Всем до новых встреч!